Позиция русскоязычных средств массовой информации в освещении украинского кризиса стала предметом академического анализа в Колумбийском университете. Организаторы форума политологов и социологов, канал RTVI и Русско-американский фонд при поддержке Института международных отношений имени Гарримана Колумбийского университета. Елена Мещерякова с подробностями встречи. Колумбийский университет – место для дискуссий, в том числе о прессе и ее свободе. Форум под названием «Русские СМИ в США» собрал тех, кому такие споры не безразличны. Для Колумбийского университета не представляет труда ежегодно определять лауреатов Пулитцеровской премии по журналистике. Но в сегодняшних информационных войнах русскоязычных СМИ без научной панели не разобраться. Политологи, социологи и, конечно, журналисты предприняли попытку объяснить себе и коллегам новую медиареальность. Реальность в том, что в мире лишь один из семи человек получает независимую информацию. И это самый низкий показатель за последние 10 лет. Украинский кризис и его освещение по-русски сильно подпортили статистику правозащитников из Freedom House. В Колумбийском институте международных отношений имени Гарримана констатируют, около миллиона русскоязычных нью-йоркцев тоже под прицелом пропаганды. Идет некая, так сказать, конечно, промывка мозгов. Она идет и очень осмысленно, так сказать, оттуда, и невольно, да? Мне кажется, что это прямая, совершенно прямая зависимость. Нью-Йорк, город эмигрантов, в котором проживает 39% неместных, в пакет бесплатных информационных услуг обязательно включает этническое ТВ. И в нем как минимум два государственных канала России. 55% потенциальных зрителей проживают в Бруклине. С английским языком большинству из них справиться не удалось. Даже во втором поколении почти половина говорит на языке родителей. Последние исследования показывают, что около 2/3 американских граждан, рожденных в России, и на Украине, не говорят свободно по-английски и нуждаются в информации на родном языке для того, чтобы понимать, что происходит в мире. В силу возраста, убеждений и провайдерских услуг примерно 40% брайтонских телезрителей поддерживают присоединение Крыма и российскую политику в отношении Украины. Но большинство все же нуждается в объективной подаче информации и в ее самостоятельном анализе. Роль русскоязычной прессы становится намного более важной. Потому что здесь, в Америке, это пресса, которая имеет возможность, территорию для свободного мышления. Это пресса, которая имеет территорию для диалога с нами, с людьми, которые живут здесь. У русскоязычных СМИ, столь удаленных от родины, есть шанс остаться объективными и профессиональными, хотя и с риском потери части аудитории. Тактически можно потерять аудиторию. Можно потерять аудиторию сегодня, я думаю, на несколько месяцев. Стратегически то телевидение, которое будет говорить правду сегодня и представлять объективную информацию, я думаю, это телевидение выиграет в дальнейшем. Член Нью-Йоркской ассамблеи Алек Брук Красный пришел на форум с наградой для RTVI, но почетный диплом независимого СМИ для единственного канала, говорящего на весь мир по-русски и объективно, это еще не охранная грамота. Принципы редакционной политики и ее перспективы директор информационной службы Екатерина Катрикадзе осветила предельно ясно. Редакционная политика RTVI останется неизменной. Мы, да, либеральное телевидение, но мы нет, не пропаганда. И это то, с чего я начала сегодняшнюю презентацию. Когда мы звоним людям, мы говорим: здравствуйте, мы RTVI, но мы не RT. И только тогда многие либерально настроенные американцы соглашаются дать нам интервью. Но это вовсе не значит, что мы тот самый канал, который будет противовесом RT или антиподом RT. Мы будем тем самым каналом, которого может быть достаточно зрителю, чтобы увидеть все стороны, чтобы услышать все мнения и чтобы сделать выводы. У тех, кому выпало жить не в России, любовь к родине иная. Она не в лозунгах, а в литературе. И об этом, например, открытый ТВ-урок с писателем Дмитрием Быковым. Она не в единстве, а в разнообразии мнений. И об этом прямой эфир «Сомнения» с Екатериной Катрикадзе. Она, наконец, в любопытстве, а не в изоляции. И об этом передача русского акцента, которого RTVI, между прочим, не стесняется. Ни в одной из стран вещания, включая США, Израиль, Германию и, конечно, Украину. Елена Мещерякова, Ави Абрамов, телекомпания RTVI. Нью-Йорк.